Всем привет, с вами Гиацинтус. Ну, такое зрелище, как бы грех не поснимать. Замерзший ставок в Дюковском парке. Вообще-то я шел по другим делам, да. Я иду к остановке 12-го трамвая. Хочу сейчас снять 12-й трамвай. Но так уже по пути, заодно раз я здесь, то давайте уже посмотрим на замерзший ставок. Ну да, здесь просто он покрыт коркой льда. Ну и вот еще вдалеке, если посмотреть, то на склонах кое-где остались немножко снега, но это уже такое. Вообще тут, в принципе, делать нечего. Это заброшенный парк, тут вообще нечего делать. Ну, пару фоток так сделал для Инстаграма и все. Все, пожалуй, можно идти дальше. Спасибо за просмотр.